Привет, ребята! Сегодня мы с вами поговорим о том, как стейкать, что для этого надо, и я вам расскажу от А до Я, как надо стейкать, да, там, и что вообще это такое, да, там, пару видео у меня было насчет стейкинга у меня на канале, и под прошлым видео я спросил, вы хотите, ребята, узнать, как заходить в стейкинг и так далее, вы сказали, да, можно и так далее, да, поэтому я вам сейчас покажу один в один, как это все делать. Во-первых, сначала нам надо определиться, на какой платформе мы будем стейкать, на каком чейне, да. Это будет эфир, это будет EOS, это будет Tron, это будет еще там что-то с чем-то, да. Polygon, BSC, да, ну вот приблизительно вот это большинство вот платформ, да, смарт-чейнов, они находятся вот здесь, на этом сайте, Dapps Radar. Ссылочки на все будет внизу в описании. Скажу так, на эфире сейчас стекать тоже можно, и комиссии не такие большие. До этого были большие комиссии на эфире, и они составляли до скольки там, до 60-80 долларов доходило сейчас за комсу, да. Сейчас на данный момент это очень мало стекать, ну, не очень мало, ну, в районе доллара, да, там комиссия на эфире, да. Ну, самый такой... После эфира следующая сеть идет, это BSC, Binance Smart Chain. Можно сказать так, что она мне очень нравится, да, там эфир тоже крутой и так далее. Binance Smart Chain ничем не отстает. Единственное, большой самый у него плюс, у них про всего лишь комиссия 15 центов, да, там, ну, не больше 25 центов у них есть комиссия. Иногда даже дешевле. Короче, определились мы с этим. Второе, надо определиться, что мы хотим стейкать. Это будет, например, этот, как его зовут, стейблкоины. Для стейблкоинов, хоть эфир, хоть BSC, на любой платформе есть, чтобы стейкать стейблкоины. И второе, это чтобы стейкать, например, уже какие-то кейки. Кейки, токены и так далее. Да, вот так можно сказать. Давайте сейчас определимся так. Для того, чтобы начать стекать, нам понадобится кошелек, да. Большинство всеми проектами поддерживается это MetaMask. Вот этот кошелек. Здесь мы можем нажать так и сделать Expand View, и мы увидим его полностью. И здесь мы можем подключать разные чейны, да. С самого начала у вас будет эфировский mainnet. Нам надо добавить Smart Chain от этого, как его зовут, от Binance, чтобы он отобразился, потому что по дефолту его тут нет. Как его добавить? Очень просто. Нажимаете вот здесь, нажимаете Settings, нажимаете Networks, и здесь мы делаем что? Add Network делаем и вбиваем следующую вещь. Тут в Google набираем BSC и MetaMask. Как установить MetaMask, я думаю, знают все, да, ребята? И вот здесь Connect MetaMask to BSC. Вот здесь пролистываем вниз, и вот видите, вот здесь у нас есть вот такая штука. Здесь Mainnet, да, Smart Chain, берем copy, вот сюда past, потом берем вот этот URL, Ctrl-C, сюда past, потом 56, BNB, и вот здесь пишем BSCAN. Нажимаем Save, и он это запомнит. Из-за того, что он у меня уже добавлен, он мне не дает добавить его заново, да, и он у вас автоматически добавится. Давайте определимся с тем, что мы создали этот кошелек, добавили Binance Smart Chain, сейчас будем добавлять сюда наши деньги. Что мы сюда будем добавлять? Во-первых, это будет, добавим сам BNB, или можно добавить USD, или BUSD и так далее. Да? Давайте сделаем как? Давайте добавим BUSD, берем для этого, нажимаем вот здесь на адрес, он автоматически копируется. Дальше переходим на Binance ссылочка тоже будет внизу в описании. Вот выбираем нашу BUSD, мы знаем, что у нас уже 200 долларов есть. Делаем Wizard Draw, здесь номер кошелька еще раз копируем, окей. И здесь вписываем вот так, сюда, и Network BIP20, да, я понимаю. И здесь давайте отправим, ну, давайте отправим 200 долларов. Окей, этот же кошелек проверим, да, там на A5EE, да, A5EE, окей. Делаем Wizard Draw, окей, confirm. Так, ну, короче, вот мы отослали наши денежки, нажимаем complete, и ждем пару секунд, и они уже тут, ну, пару минут, может быть, даже не надо пару минут ждать,
И они уже с вами появятся тут. Давайте сейчас подождем. Чтобы добавить BUSD, нам пришлось сделать вот из этого степа, да, там на раз-два все делать. Окей. А, сейчас, $200 у нас уже тут есть, но нам еще надо послать BNB-шку. Я про это совсем забыл, потому что нам надо за транзакции платить. Для этого мы что делаем? Здесь выбираем BNB. Здесь выбираем опять-таки наш адрес. Опа, опа. Ctrl-V, Binance Smart Chain. Окей, и пошлем сюда 0.01 BNB, которого нам хватит. Даже столько не надо, по-моему. 001. Ну ладно, пусть будет 001 BNB Wizard. Минималка 002. Окей, вытащим 002. Окей, сделаем Wizard. Окей. Так, ну короче, эти денежки тоже перевелись. И у нас вот здесь уже имеется 00195 BNB. 0.5 это была комиссия. Дальше, когда мы перевели денежки, нам надо сейчас выбрать тот проект, куда мы хотим зайти, да. Вот у нас тут 200 баксов и еще BNB-шки, да, для комиссии, да. А, проект номер один в Binance Chain, да, вот на этом сайте, да, Dappers.Radar, мы можем посмотреть разные проекты, да, там. И в каждом проекте он показывает, по сколько миллионов долларов там тут у нас есть, сколько-то, какие объемы торгов и так далее у нас есть в день, да. Например, PancakeSwap на первом месте, потом идут OneInch Network тоже, на седьмом месте, на так дальше еще тут Автофарм есть, Venus, Merlin на 15 месте, ну и так далее, да. Давайте рассмотрим вот эти три проекта, да, и что тут и как там, да. А, ну, нажимаем Open Dapps, Open Dapps, и тут тоже Open Dapps. Pancake. Что мы на Pancake можем делать? Ну, во-первых, мы тут можем обменять монетки, да, на те, что нам нужно. У нас же есть BUSD, нам нужно поменять, да. Также на OneInch мы тоже можем это поменять. На OneInch будьте внимательны, здесь надо выбрать нам вот этот Binance и потом сделать нам еще Connect, Connect Wallet. Здесь надо писать, мы принимаем, Binance выбираем и MetaMask, да. И окей, Connect, вот так, все, нажимаем, все, он приконнектился, и тут у нас показывает нашу... Также на PancakeSwap, Connect, MetaMask, делаем Next, Connect, все, его тоже подключили. И на Merlin уже подключен, то же самое делаем, Connect и так далее, и он автоматически уже подключается, да. Окей, что мы будем стекать, да? Ну, во-первых, что у нас есть, например, здесь, да? На панкейке, да, нажмем здесь пулы, посмотрим, что мы можем стейкать здесь. Ну, во-первых, мы можем стейкать здесь скейки, и у нас будет профит 109% годовых, да, скейков, да. Окей, можем еще постейкать какие-то другие монетки, да, тут, ну, в большинстве случаев тут стейкаете кейки и получаете что-то другие монетки, да, вот мы тут видим, да. Ну, вот смотрите, тут у нас в автокейке 109% годовых, но... Например, вот проект Merlin, они предлагают нам 194% годовых. И вы думаете, почему в два раза больше? Просто они предлагают и за стейкинг кейка, и за стейкинг, то есть за стейкинг кейка, и сверху еще добавляют своих Merlin'ов, да? Как мы видим, за кейки мы получаем 79%, и еще 115% мы получаем кейков, да? Так, то есть 115% мерлинов и 79% кейков. Окей, ну тоже более-менее выгодно, ребята, потому что, ну, мерлин у нас стоит $26 сейчас на данный момент, кейки стоят 15 баксов, 15 были 42, помню, ох, какое время было, я их не продал. Ладно, не к этому. Ну и в OneInch тоже можно стейкать, тут можно нажать дальше DAO, а потом выбрать пулы и зайти в пулы ликвидности, это 50 на 50, которые, да, там вы выбираете две монетки, например, вы предоставляете ликвидность, например, что у нас тут, OneInch и BNB, да, можно вот сюда занести будет, нам посмотреть, покажу я вам, и он нам говорит то, что 80% годовых у нас будет, можно, например, API сделать вот так, и... Вот, BNB Bull, если мы будем стейкать, то у нас будет 737 годовых. Ну, это очень большой процент, ребята. Будьте осторожны. Так, дальше. На панкейке у нас тоже есть фарминг, где мы можем кейки с BNB забросить и 55% годовых иметь.
или еще что-то и так далее, да, и на Merlin у нас тоже можно и Merlin стекать, и можно и в полуликвидности предоставлять там кейки BNB, и тоже будут разные вот такие эти. Давайте я вам покажу на каждом проекте, как это все делается, чтобы вы сразу же бы поняли, да. Во-первых, ну, нам надо купить, сейчас у нас есть BUSD, мы не будем стекать BUSD, мы будем, ну, скажем, давайте на OneInch'е сделаем, у них тут если есть BUSD, да. Например, BUSD у них есть, есть с OneInch'ом, да, 48% годовых у них есть, да, но USDT, Cake BUSD, ну, окей. Окей, сделаем так, купим OneInch. Для этого, что нам надо? Здесь выбираем Exchange, здесь выбираем монетку BUSD, здесь выбираем их токен OneInch, да. Сейчас он стоит 95 центов. Окей, возьмем 10 штук, да, 10 штук, сказал. То есть надо нажать тут открыть еще, give permission to swap, надо сказать. И за это 10 центов мы платим, да, это везде так. Окей, и сейчас мы approving, когда он сделает, сейчас скажем, что мы хотим купить 10 OneInch'ей. Ну, баланс-то. На 10, а, вот так, наоборот, на 10 долларов мы их покупаем. Это будет 3 инча, окей. Swap токен, ну давайте купим на 20-ку хотя бы, да, там swap токен, confirm swap, и за транзакцию он у нас берет, видите, доллар 17 центов он берет за транзакцию, confirm swap, confirm, окей, сейчас он за это сделает, все, confirm transaction, и у нас появился тут OneInch токен, тоже еще появились наших ассетах, но он не виден, но ладно, это не проблема. Дальше заходим в DAO, заходим в пулы, набираем BUSD токены, да, и с OneInch'ом будем их стекать. Здесь делаем provide liquidity, делаем как то, что открывать, так, give permission нам надо опять дать, да, 10 центов, окей, заплатим, и еще 10 центов за обои надо заплатить, окей. Но, как я вам говорил, на эфире это будет стоить еще дороже, в разы дороже, чем, например, здесь. У нас это все выходит, да? Так, дальше мы выбираем здесь вот эти наши инчи. Окей, 21 будет нормально. И нам еще надо предоставить, будет 19 USD. Все, в сумме мы забросим 40. Provide liquidity. Нажимаем здесь. Опять нажимаем confirm. Все, транзакция пошла. Нажимаем close. Ждем. И сейчас посмотрим. Все, transaction 4 confirmed, view on без, все, готово, одним словом. Окей, закрываем здесь, и что мы тут видим, у нас 39 долларов стекается под 48% годовых. Окей, с этим разобрались. А дальше мы хотим купить, например, кейки, да, чтобы их стекать. Да, для этого мы делаем что? Здесь заходим trade, exchange. Тут выбираем опять-таки нашу BU, то есть делаем сначала connect wallet, metamask. Выбираем BUSD, выбираем здесь кейки, да, и выберем, скажем, 10, нет, 10 кейков многовато будет, на, скажем, на 3 кейка, да, на 45 долларов купим, окей. Так, approve BUSD, 8 центов тут платим за approve, и кейка, окей, swap, окей, и мы заплатим всего лишь 11 центов за, этот, как это называется, за камсу. У нас есть сейчас на данный момент 3 кейка. Сейчас нам надо их застекать, да. Опять-таки, заходим на пул, заходим на... Ну, здесь можно выбрать, например, автокейки, да. Нажимаем здесь, нажимаем Enable. Тут нажимаем OK, я согласен. 11 центов платим. Уже, вот видите, там по чуть-чуть надо платить. Потому что это мы заходим в смарт-контракты, а чтобы зайти в смарт-контракт, надо с ним взаимодействовать. Чтобы с ним взаимодействовать, надо заплатить за комиссию. Делаем здесь, нажимаем на стейк. Да, вот здесь выбираем стейк. Здесь выбираем все наши три этих кейка. Нажимаем confirm. Опять-таки нажимаем confirm. И все. Мы начинаем сейчас стейкать три наших кейка под 100% годовых. Где-то так, да. И через год у нас будет уже 6 кейков, да, на данный момент. Окей, видите, это у нас тут появилось 45 долларов, окей. И дальше, также мы можем, например, зайти на Merlin, да, и сделать как, например, exchange сначала, connect, metamask, BUSD.
BUSD, окей. И здесь Merlin есть у них токен, да, по-моему? Merlin, окей, импорт, окей, I understand, понятно все. И окей, и хотим купить, например, 2 Merlin'а, да? 2. Не, не на 2 доллара, а на 40 долларов, скажем так. На 50 долларов. Ну, на 50 долларов купим Merlin'ов, да? Окей, на 50 баксов мы купим Merlin'ов. Минимум ресивинг, окей. Свап делаем, свап этому всему. Окей, это делаем, клоз. И здесь мы еще купим кейков, да, еще дополнительно купим еще кейков на, скажем, 50 баксов, да, опять-таки, да, окей, есть же у нас 50 долларов, да, confirm, и эти кейки тоже покупаем на 50 баксов. Так, сейчас у нас уже есть мерлины, и сейчас еще будут кейки. Сейчас заходим на мерлин, что мы здесь можем делать, да, там. Мы можем застекать мерлины сразу же, да, и здесь нажать max, 1.87 мерлина у нас есть, approve сделать, да, там. И тут тоже 11 центов платим за взаимодействие с контрактом. Окей, здесь делаем депозит. О, делаем опять окей. Все, у нас 49 долларов в этом, да, там. И под 153, то есть нет, под API 363% годовых у нас будет в мерлинах, да. И мы можем брать, например, в эфире, в BNB и еще в чем. Ну, пусть будет в BNB, в Rapid BNB. Также мы можем застекать здесь, например, наши кейки. Тут делаем тоже approve, делаем confirm. Тут мы тоже делаем три этих, делаем депозит, нажимаем ОК, мы будем получать и кейки, и мерлины одновременно со стекинга на этом сайте. Да. Так что вот так. Да, кстати, ребята, скажу еще, что недавно я зашел к ним в телеграм-группу и наткнулся у них на следующее. У них для русского комьюнити на данный момент airdrop для 300 человек в районе по 5 долларов или что-то получит каждый, да, из людей в мерлинах, да, если заполнит вот эту формочку, да, там. Так что, если что, ребята, ссылочку на форму я вам тоже оставлю. Можете заполнить, может быть, получите вы ваши 5 баксов. Так что, почему бы нет, можете воспользоваться этим тоже, да. Окей, сейчас, ну, как мы видим, да, тут мы взаимодействуем с контрактами и так далее, да. Но, как мы видим, да, я взаимодействовал с контрактом Pancake, с OneInch и с Merlin'ами, да. И сейчас вы спросите, да, там, когда вот у меня во многих контрактах лежат денежки, да, как не забыть, где у тебя они лежат, потому что, ну, может быть, ты забудешь про это и так далее. Для этого есть отдельный специальный сайт, это Debank называется. И здесь что мы делаем? Нажимаем вот здесь профайл просто, и он нам показывает наш профиль полностью. Вот мы видим, вот что наш кошелек. Он нам показывает, что у нас где есть. Например, у нас есть на кошельке на данный момент 14 баксов, 0.077 BNB, 0.2983 OneInch. Также у нас фармится в Мерлине на данном моменте 3.29 кейка. Мы это видим автоматически, можем зайти туда и их оттуда достать. Видим процент годовой. Дальше у нас майнится Мерлин, то есть стекается, да? Фарминг, стекинг. Да, мы как видим. Дальше в Pancake Swap у нас есть кейки. 3 кейка у нас есть под 74%. И в OneInch у нас в Liquidity Pool мы предоставили 6 штук OneInch и 20 долларов. Да. Так что вот, используя вот этот сайт, Debank, да, на него ссылочка тоже будет внизу в описании, вы не потеряете свои деньги. Видите, мы уже заработали как будто 1 доллар. Да. Ну, вот, смешно, но может быть что-то заработали. Может быть, и ничего не заработали, потому что мы же потратили же на это, на комиссию и так далее. Так что мы вот тут видим сразу же взаимодействие с разными контрактами этого всего, да. Так что вот так, ребята. Да, кстати, сейчас покажу, как это все выводить тоже, чтобы вы бы знали бы, да. Вот, например, на примере Мерлина, да. Окей, заходим сюда, да, и вот вы, например, хотите выйти из этого контракта уже, да. Здесь делаем Connect Wallet, выбираем MetaMask. Выбираем Next, Connect опять, да, окей, да, Merlin Lab Farm. И что мы видим тут? Видите, у нас тут наши 49 долларов. Можно сделать следующее. Wizard Draw нажать, видите, и нажать Wizard Draw All, да. И просто мы заплатим комиссию, да, это будет пару центов. И
и видите, эти 49 долларов или эти мерлины автоматически появляются у нас на кошельке, да. Тут обновим наш дебанк, да, скажем, обновляем, и у нас он сразу же автоматически видит, что они, скажем, у нас сразу же в этом, как называется, в кошельке у нас имеются наши мерлины, да, которые мы купили до этого. Думаю, ребята, вам было понятно это все. Как выводить деньги потом на Binance, это тоже без проблем, я думаю, все разберутся. Здесь надо нажать send, и, или вот здесь нажимаем вот сюда, нажимаем send, вписываем сюда адрес, и что хотим отправить и так далее. Да. И отправляем это сразу же. Да, там вот, например, USD, send и адрес вписываем, и он отправляет эти денежки сразу же. Так что вот так, ребята, и стекаем мы, да, с этого мы получаем процентик, с этого мы получаем денежки. И зарабатываем на этом деньги. Да, не забывайте, все время. Это все-таки рискованные инвестиции. И почти что по прибыли, как я в прошлый раз говорил, это почти что то же самое, что и майнинг, да. Но здесь у тебя не зависит от оборудования, у тебя тут зависит от того, сколько ты, чем больше зайдешь, да, денег занесешь, чем больше будешь зарабатывать, да. Ну, можно делать, например, какие-то в стейблах хранить и зарабатывать меньше, или стекать, например, в каких-то других монетках и зарабатывать больше, да. И вот как-то вот так. Иметь свою финансовую грамотность всегда. Ну, я, например, стекаю в разных местах разные монетки. И я не знаю, пока что я доволен этим всем. Так что как-то вот так. Ну, а с вами был, как всегда, Леван Беручашвили. До скорых встреч, ребята, пока.